Уважаемые жюри и участники 25-й республиканской конференции «Конкурс молодых исследователей» имени академика Владимира Петровича Ларионова Энигея Харты. Эстеп Интезе Юта Сайенс Фэй. Меня зовут Картая Саяна, ученица 8 класса Бараконской средней общеобразовательной школы имени Николая Ивановича Афанасьева, Бирюзский улус. Разрешите представить исследовательскую работу на тему разнообразия древесных и кустарничковых растений окрестности села Цай. Цель – изучить видовое разнообразие жизненное состояние древесно-кустарниковой растительности окрестностях села Цай. Задача – выяснить, какие деревья и кустарники произрастают в селе Цай. Составить список деревьев и кустарников, определить, какие повреждения имеют деревья и кустарники, выяснить, визуально оценить жизненное состояние древесно-кустарниковой растительности по трем категориям: хороший древостой, ослабленный древостой, сильно ослабленный древостой. Методы исследования, наблюдения, фотографирования, маршрутный учет, определение жизненного состояния древесной растительности. Географическое положение местности. Река Танара является правым притоком реки Вилюй. На левом берегу речки Танара расположен наше село Чай возле озер Усункёль, Ортокёль и Бугунихта. Самая низкая точка озера 48 метров. За период исследований характеристика погодных условий составляет средняя температура днем 28 градусов, ночью 15 градусов, количество солнечных дней 104 дня, а количество дождевых дней 12. Маршруты исследования. Первый маршрут – река Танара, второй маршрут – озеро Бестя, третий маршрут – озеро Сигай-У и последний маршрут на Бугунихта. Древесные породы и кустарники составили флористический список деревьев и кустарников, кустарники, произрастающие в окрестностях Чай по четырем маршрутам. Древесные породы, кустарники и кустарнички. Всего исследования растений представили 34 видами, из них древесных 5, кустарниковых 21 и травянисто-кустарничковых 8. Таксономический анализ: сосновые, кизиловые и березовые, капирсовые, розовые, ирисовые, крыжовниковые, спаржевые, ивовые, жимолостные, берестковые, хвощевые деревья по внешним признакам. 1 балл – здоровые деревья, ослабленные деревья – 2 балла, сильно ослабленные деревья – 3 балла, усыхающие деревья – 3 балла, 4 балла, сухие деревья – 5 баллов. Виды повреждений растений. Установлено, что деревья имеют разные виды повреждений. Часто встречаются растекающаяся кора, засохшие и спелые спиленные ветви, обнаженная корневая система. Состояние древостоя по исследуемым маршрутам оценивается как ослабленный древостой. Единый день морфометрии провели морфометрические изменения, измерение листьев, высоту растений, окружность ствола над уровнем груди и записывали их в дневниках. Фиксация рабочих моментов во время исследовательских работ. Вывод. По результатам исследований выявлены представители растений из семейств сосновых, березовых, розовых, ивовых и других. Составили флористический список деревьев и кустарников, кустарников, произрастающих окрестности исследования растений, представленные 33 видами. По результатам таксономического анализа в исследуемых участках преобладают представители розовых и бересковых 26 семейств кустарников и кустарничков. Определение коэффициента состояния древостоя. В целом показано, что состояние древостоя по исследуемым маршрутам оценивается как ослабленный древостой. Спасибо за внимание.